Здравствуйте, дорогие родственники, друзья. Вот у нас расцвели крокусы голубенькие, вот такие вот одного сорта. Другой сорт садила немного, но почему-то его нет. Это еще от бабушки моей, принесенной из сарайки. Насадили, вот много их тут цветет. Я почистила палисадники. Роза будет цвести. Прошлой осенью пересадила ее сюда со двора. И также садила тую. Она тоже прижилась, но она вот желтенькая. Я забыла ее закрыть, когда снег растаял. Она под снегом была. Вот желтенькая такая. Ну ничего. Она хорошо прижилась и будет расти. У нас тоже. А потом буду просто обкашивать траву в палисаднике, когда все цветочки процветут. Петушки вышли, и купальницы вышли, и незабудки вышли. Также лилии, все цветочки вышли. Эти разрастаются петушки. Называю петушки, не знаю, как называются правильно. А также у нас тут скоро ландыши расцветут. Тоже здесь почистила, а то они были под ботвой. И малинка растет, и березка растет, и вербочка. Надо куда-то пересаживать, а то они возле самого дома выросли. Разрастутся большие. Нам их тут не нужно. Вот. Вербочка и березка распускает свои почки. Работа непочатый край. Почистила перед палисадником. Но там еще много чистить за дорожкой, за тропинкой. И еще за дорогой. Но там вички такие, мне с ними не справиться, я не знаю. Как я буду чистить там. Всем доброго здоровья. Мир дому вашему. Тут еще ничего не посадила. Еще очень холодно.